Ну, теперь я продолжаю играть в Modern Strike Online. Посмотрим тут для карточки какое-нибудь оружие, которое у меня есть. Я думаю, пока появились пулеметы. Так, пулеметы с пистолетом. Пистолет у меня пока что только один. Два есть пистолета. Какие-то у нас есть. Вот есть, но его надо копить. Сколько двойных стат? А, двойные 20 уровень. Так, шапка, маска, ну шапку для новогоднего настроения, 5000 кредитов, в бой. Оазис. Уже 5-6 раз играл в нее на этой карте. Так, еще раз в бой. Так, посмотрим, как с пулеметом будем тащить или нет. Ё-моё, это ж... Каждый сам за себя. Получается, это плохо. Ну, слава богу, в начало переместились. Сейчас можем кого-нибудь да укокошить. Живучие. Живучие. Так, вот один, давай. Я сейчас тебя укокошу. Блин. Надо было взять все же эмочку. Ну, хотя никто не мешает подбирать. Бивашка. А, не понажал. Нет, все же возьму эмочку, она помощнее будет. Потом в следующий раз. О, давай, сейчас раз, да. Люблю этот боевой прием. Всего 4 хп осталось у него. Ну как раз таки с эмочкой был. Так, я знаю, ты где-то здесь. Двойной дабл килл. Прикольно было бы еще музыку добавить. Еще не музыку, а озвучку убить. Дабл килл там. Ну все, 6 секунд. 4, 3, 2, 1 раунд завершён. Так, на каком месте хоть...
Короче, мне эта игрушка понравилась. Рекомендую всем, кто любит подобные проекты на компе. Тот же КС, тот же... Хотя нет, по нему не говорить не буду. Так. Да, ну короче, надо там еще будет три все же попробовать. Так, попробую потом винтовкой Мосина, но правда фигово плохо умею этими играть с винтовками. Да, и дробовики, немного только дробовиков. Так. Ладно, все же возьмем что? Шемочку ММ4 использовать. Так, приобрести. За это еще хватит, давай еще одну карточку. Так, режимы. Хотя ладно, просто в бой. Скикерс. Так, кстати, надо будет потом баблинский задонать. Где же? Купить паукесиков там, чтобы выбить оружие какое-нибудь нормальненькое. Ну, банк Манхэттен. Вот. Ну, ясно. Выходим. Я пока к этому режиму не готов. Снова реклама. Не реклама. Так, смертельный бой, еще раз смертельный бой, давай играть. О, офис. Ну, блин, 2 минуты осталось, ну ладно, попробуем кого-нибудь забрать. Забрали меня. Не убиваем, что ли, а? Ну и все, надеюсь, сейчас никто не убьет. Yes. Хоть помощь еще убийству заработать, отлично. Ну что, потихонечку накапливаем кредиты. Здесь все почти что все оружие за все же за кредиты, часть за золото, но разницы в них почти что нету, лишь небольшая там может быть. Обвес в основном тоже за золото, но есть и за кредиты несколько вариантов.
Ну, здесь за золото. Тут уже как бы стоит в этой версии. Допустим, у меня есть, к примеру, ну, допустим, вот. И бью здесь в основном, да, за донат. Но есть. И за, вот, за 4 тысячи. Это компенсат. Ну, да, он немного придает. Вот. Так-то можно прикупить хоть сейчас. Прицел мне не нужен, и без него игра. Вот тут что у нас есть. Плюс 10% патронов. Обойми. Ну что, купим? Да? Чё? Гаджет купить. Блин. Сегодня у нас 28 патронов. Так, ну здесь у нас ещё есть пистолет-пулемёт. Так-так-так. Ну, короче, если честно, можно играть без капитального вложения. Ну, если хочешь там, к примеру... Даже не знаю, как там сказать. Покрасоваться там перед друзьями, перед противниками, то можешь там 100 рублей там закинуть и... Ну, или больше, конечно же. Ну, и на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока.